Перейдем к следующему спикеру, да, к Денису Волкову. Я хотел показать еще один слайд, вот этот, про то, как происходящие процессы трансформации сказываются на взаимоотношениях бизнеса с образовательной системой. Получается, что технологии внедряются да, и приходят все быстрее и быстрее, и классический образовательный цикл... Который достаточно, во-первых, продолжителен во времени, во-вторых, достаточно консервативен с точки зрения обновлений. Вот традиционный образовательный цикл не успевает за циклом изменений в бизнесе. Это приводит к тому, что, во-первых, нарастает разрыв между образовательной системой и потребностями бизнеса, да, и это фиксируется какими-то исследованиями. Во-вторых, это приводит к тому, что компании, да, бизнес, которым, тем не менее, нужно откуда-то черпать кадры, они начинают заниматься внедрением своих образовательных программ, причем рассчитанных не на сотрудников, а вот на то самое отопление космоса, то есть на внешних, в том числе, людей. И если мы возьмем крупнейшие компании, имеющие отношение к сфере информационных технологий в России на сегодня, то мы увидим, что практически каждая из них имеет подобного рода инициативы. И по некоторым из этих инициатив обучение в год проходят ну, там, десятки, если не более чем 100 тысяч людей. То есть общий объем, который выдает вот эта вот псевдообразовательная система, там, или как, как, как бы назвать это так, чтобы не обидно было, а чтобы подчеркнуть ее статус, параобразовательная система от бизнеса, вот объем этих людей, он становится соизмеримым с возможностями, собственно, образовательной системы.